Всем доброго времени суток. Меня зовут Елена, кто меня еще не знает. Итак, посмотрим Солидар. Я так понимаю, это что-то связано с солью. И что-то у вас там соляник. Не знаю, что такое. Но что-то такое есть. Ну, это мои догадки, не знаю точно, не скажу. Ну, какой-то завод у вас есть. Такой большой. Итак, Солидар. Ну, крепкий такой хозяйственный городок. Как сейчас у вас там развиваются события? Ну, пока довольно-таки относительно спокойно, но подготовка идет к боевым действиям. И военные у вас уже есть. Но пока где-то вот, я так понимаю, не в самом городе находится. Ну, конечно, какие-то подразделения есть, но основная часть их находится где-то за городом. Во всяком случае, командование расположено где-то туда, за городом. Чанск, опасно. Славянск обстреливает. Так. Как у вас будут развиваться в ближайшее время события? Интересное сочетание. В общем-то, информация закрыта. Информация о чем? Ну, о том, что, в общем-то, у вас относительно спокойно. И ближайшее время пока будет, да? Но это вот ближайшее, это, так скажем, ну, максимум неделя. Шестерка кубки, это о чем? Сейчас всем тяжело, все переживают, поэтому очень часто воспоминания приходят о прошлом. И многие до конца не понимают, а что же делать. И не будут понимать. Но придется пройти серьезные испытания. Может быть, даже возможно и смерти. А смерть это о чем? А эта смерть это о том, что умрет что-то старое, а придет на ее место новое. Вполне возможно, что будут какие-то разрушения в вашем городе. И то, что казалось дорогим и ценным, будет разрушено и умрет, так скажем. И на этом месте со временем появится что-то новое. Либо произойдет очень серьезные изменения в мышлении людей, понимании, мышлении, расстановках приоритетов,
Потому что уж очень человечество ушло в потребительство. Очень сильно. И вот это вот потребительство, оно сейчас и разрушается все. Это, конечно, можно вот эти именно разрушения отнести больше как к карте башня, да? Вот. Но смерть – это разрушение старых взглядов, отношения к чему-то, вот старых устоев каких-то. Когда нужно это все забыть и найти внутри себя что-то новое, какой-то свет внутри себя, который и выведет на поверхность. Итак, какая опасность есть для города в ближайшее время? Да я бы не сказала, что серьезная опасность. Хотя нет. И опять правосудие. Сейчас идут какие-то переговоры и договоренности, которые приведут к тому, что события начнут развиваться, ну, прямо стремительно. Вот по этой карте, что даже удержать вот это вот контроль над ситуацией будет очень сложно. Боевые действия начнут разворачиваться очень быстро. Вот я не знаю, у меня давно, вот уже несколько дней ощущения, что вот что-то должно вот скоро произойти, что запустит очень быстро вот этот маховик вращения всего. Ну и вот кому-то суждено умереть, кому-то суждено жить, кто что заслужил своими предыдущими поступками. То есть боевые действия очень скоро к вам придут. Постарайтесь к этому подготовиться. Блин, нет времени записать видео, как останавливать кровь. Я, наверное, просто его наберу, текст этого заговора, и выложу его. Так, как будут проходить события военные для армии ВСУ? А у меня такое впечатление, что на наркоте будут. Вот это вот радостное. Хотя, в принципе, вот в других колодах, вот в этой, другой, например, как я обычно делаю для военных расклад, то там прилетит что-то сверху, обстрелы сверху. А здесь вот наоборот, душевный полет куда-то вверх и страхи рядом. То есть такое впечатление, что люди будут, военные будут на наркоте. Есть такая боевая, боевые наркотики. А потом им будет наплевать на все. Что они делают, куда они идут и вообще чего происходит. И, соответственно, ими можно будет легко и запросто управлять. Только придумывай, куда их направлять. Интересно. Это я взяла другую колоду, а тут-то все переворачивается. Ну, наверное, пришло время действительно изменить энергетику. Да. А как будут развиваться события для армии Российской Федерации? Вот эту колоду не советую всем подряд тарологам использовать. Она темная. Так.
Ну вот, теперь это перевернулось, колода. Не вся. Не вся. Ну что, для российской армии будут какие-то, конечно, известия хорошие. Опять же, воссоединение. То есть, скорее всего, город как бы возьмут в кольцо и придут дополнительные силы туда. Ну, как есть наступательная часть армии, да, есть армия, часть армии, которая потом город защищает. Вот это вот соединение произойдет. И постепенно, довольно-таки мягко, решая все вопросы, которые возникают в городе, все будет налаживаться, вот эта вот жизнь. То есть, в общем-то, да, я бы сказала так, что для вас относительно все будет хорошо. Быстро, страшно, но с минимальными какими-то потерями. То есть для города просто, что вот этот вот, ну, будет, так скажем, наскок. Ну, а вот насчет украинской армии, ну, как-то это все очень-очень странно выглядит. Вот я впервые на картах поняла, что вполне возможно речь идет о наркотиках боевых. Они, кстати, в армии ВСУ, про Россию не знаю, не буду говорить, но в армии ВСУ они очень широко используются. То есть очень многие ребята, которые служат в ВСУ, да, мы вернутся наркоманами. Если вернутся. Вот такой расклад у нас получился для города Солидар. Да, ребята, желаю вам, чтобы у вас все это быстро, реально быстро прошло и без последствий для вашего города, либо с минимальными последствиями. Вот. Желаю вам здоровья, вам и вашим близким, чтобы у вас наконец все наладилось, и вы прошли этот этап, и началась новая жизнь для вас. Всего вам хорошего. Ставьте лайки, если понравилось, пишите комментарии. Мне очень приятно слышать, читать, когда, ну, положительные, конечно, отзывы. Отрицательные чаще всего будут людей, которые приходят специально сказать какие-нибудь гадости. Но даже если отрицательные, говорите, я все-таки прислушиваюсь и тогда стараюсь поменять как-то, может быть, структуру раскладов, может быть, колоды, ну, что-то изменить. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего и до новых встреч.